Здоров, драйверы! Соскучились по трюкам, мотоциклам и эффектным прыжкам. Итак, друзья, продолжаем с вами проходить эту замечательную игру MX Nitro. Итак, смотрите, мы уже много так прошли, в общем, миссий, поэтому переходим в следующий тур. Это у нас тур по Северной Америке. Итак, у нас какие миссии? Объект в ремонте, нам нужно выиграть гонку. Потом спуск в каньон. Также выиграть гонку, потом ночное шоу, это уже что-то новое, выиграть гонку на выбывание. И, в общем, гонка с боссом, также ее выиграть. Ну, в общем, давайте, друзья, тогда начинать. Надеюсь, попыток у меня будет на этот раз меньше, чем в прошлой серии, поэтому буду стараться побыстрее это все делать. Так, набираем. Опа, еще трюк, еще. Оп. Денежку забрали с вами. Два трюка сделали. Еще раз переворачиваемся. Эх, лишний был. Ну, друзья, тут придется привыкать. Рестарт — это неотъемлемая часть этой игры. Давай. Оп. Я изначально пробовал в эту игру играть именно на клавиатуре. Но, друзья, на клавиатуре гораздо все сложнее это все делать. Поэтому геймпад здесь нужен... однозначно. Так, давай, пока первое место держим. Йо. Ух ты, там даже можно наверх залететь, на вот эти вот все плашки. Или как оно там называется. Блин, второе место. Все. Проиграли. Рестарт. Так. Ну, давай, попытка номер три. По идее, должна быть удачная. Давай, yes. Клево. Четко. Так, денежку забрали, перевернули, еще один трюк. Разоняемся, нитро давим. Опять кружимся. Давай. Еще. Опа! Смотрите, ребята, вылетел. Оп. Все, должны выиграть. Юху! Давай. Эх, блин, и надо ж так, короче, это самое. А мог бы выиграть. Ладненько, сейчас должно все получиться. Еще раз поднимаемся, немножко копим нитро. Раз, два. Оп, еще давай. Опа, денежку забрали. Нитро. Давай, должны обогнать. Тут главное первенство держать, если он не упадет там. Так. Оп, давай. Вот, взлетаем. Опа, оп. Давай. Все, лидер. Вот что говорит, ребята, тренировка. Именно на этом мотоцикле очень клево выигрывать. Так, друзья, смотрим, что мы там с вами выиграли такое интересное. Так, кредо 3006 очков, выиграли гонку. И с испытанием мы с вами даже 26 метров высокий полет еще получили. В общем, класс. Что там у нас дальше? Фух, аж... вспотел после такой гоночки. Ладненько, давайте, что там дальше. Следующая гонка у нас спуск в каньон. Итак, у нас испытание. Дубл граб нужно пройти, 250 метров длинный вылет, выиграть гонку. Ну, испытания вряд ли я их здесь выиграю. Дубл граб — это что-то трехзначный комбо-трюк какой-то. Ну ладно, в общем, давайте начинать второй заезд. Чем-то мне напоминает вот этот спуск в каньон, предыдущую серию MX Nitro, вроде бы тоже каньон называлась. Это местность очень знакомая мне. Так, ладненько, давайте проезжать. Кстати, я уже проезжал именно эту трассу. И тут, кстати, фишка одна есть. В общем, когда ты падаешь там в обрыв каньона, ты попадаешь, в общем, ну, своего рода, типа, как в ад. В общем, там в красном цвете такое. В общем, очень прикольно сделано. Я не знаю, постараюсь записать в отдельном видео его вам, чтобы показать. Вот, ну, пока что давайте с вами проезжать. Вау, ничего себе, вот это я летаю. Так, главное вот здесь вот прилететь. Оп, делаем трюк. Переворачиваемся. Оп. Отлично. Давай. Оп. Замечательно. Оп. Да ладно.
Блин, проиграли. Все, народ. Рестарт. А так хорошо начинал. Ладненько. Раз, два, три. Вперед. Набираем нитро. Взлет. Делаем трюк. Еще раз взлет. Переворачиваем. Оп-оп-оп. Видели, какой я трюк сделал? Прикольный. Мне самому даже понравился. Почему-то я его раньше не видел. Ладно, идем дальше. Ой-ой-ой, перебор. Приземлился на спину. Так. Давай. Разгоняемся. Оп, трюк. Поехали. Денежку забрали. Оп-оп-оп. Класс вообще. Вот это вот трюки. Бомба. Чем дальше, тем лучше трюки. Ну тут, в принципе, тут нужно... Оп-оп-оп-оп. Ничего себе, я проехал. Давай, иначе проиграем. Так, отлично, первое место. Все, супер, сколько я набрал в путячей? 2707, да? Ну, уже неплохо. Круто. Так. 2707, да. Так. А с испытаний чего не будет? Да, с испытаний я ничего, увы, не прошел, потому как, ну, реально очень... сложный спецучасток и с заковыками разными. Так, следующее у нас ночное шоу. Выиграть гонку на выбывание. Ух ты, интересная штука. А как выбывать? Кто первый приедет или по очкам? Тут мне просто вот интересно, как это все там будет, это все происходить. Ладненько, давайте переходить. Едь быстро, не падай. Ну, понятное дело, так. Когда таймер будет на нуле, гонщик с меньшим трюк-счетом выбывает. Делай много разных трюков, чтобы остаться в топе. Ага, вот, короче, так. А какие задачи у нас? 5000 очков за трюки и 15 свежих трюков нужно сделать. В общем, какое-то из них задание нам нужно с вами выполнить. Ну что, народ, давайте начинать тогда. Попробуем, попытаем удачу. Ну, несколько комбинаций я вроде бы как знаю, так, чтобы их немного последовательно делать. Поэтому давайте пробовать, что у нас выйдет. Раз, два. О, упал один. Отлично. Раз, два. Ох ты, вот это круто. Да. Ладно, пробуем дальше. Исключен. Да, ребята, чувствую, мы здесь остановимся на этом уровне очень долго. Давай-ка дальше пробуем. Так, на дыбке мацак. Хоп, делаем трюк. Тут, короче, трюки нужно делать такие, за которые дают больше очков. То есть нужно использовать или трехзначные, или четырехзначные комбинации комбо-трюков. Потому как обычные, однокнопочные, двухкнопочные, я думаю, на них много мы так не выйдем. Оп, вот это вот я круто сделал. Сейчас вот здесь вот, раз, два. Оп-оп-оп, давай. Оп, вот это вот вроде бы зашло так неплохо. Оп-оп-оп-оп-оп. Эх, первое место. Пока первое место, эх, уже второе. Блин, представляете, первое. Давай. Давай, можем вытащим, можем, давай. Блин, да второе же место. О, есть опять первое. Давай, дальше, успеем. Заезд окончен. Ребята, сделали 4782 очка. Да, на задание нам, даже не задание, а вот эти вот испытания дополнительные, мы, скорее всего, что ни одно не выполнили. Что-то мне так кажется. Да, ни одно не выполнили, но главное, что мы так, знаете, быстро затащили этот уровень. Это очень круто. Так. Фух, даже не ожидал, что так все успешно у меня получится. Но, в принципе, согласитесь, круто вышло. Не, ну если заучить вот эти вот все... О, что-то нам затащили здесь. Ящик снаряжения. Что здесь? 3000 деньжищ нам. Короче, парочку трюков. Новые шмотки. В общем, куртка какая-то. И какие-то новые штаны или шорты будут. Так, ребята, и у нас остается теперь только ночное шоу. Побей босса. Испытания. В общем, что тут у нас 6 комбат трюков. И, короче, еще какой-то комбат трюк нужно выполнить. Да.
Ясненько. Что же? Ну что, может, давайте с вами это самое. Посмотрим, что там у нас со снаряжения есть. Или будем переходить сразу на нашего босса. Не, давайте на снаряжение зайдем, посмотрим, может, что-то там поменяем. Что у нас? Ага, снаряжение. Вот. Низ и верх. Смотрим, что тут у нас. Смотрите, у нас 44 тысячи, почти 45 тысяч кредитов. Это очень круто. Ну что, поменяем. Смотрите, какие вот классные шорты у нас. Как вам, ребята? А сверху тут что есть? Ух ты, лянь ты, какие крутые шмоточки. Все офигенно, но не знаю, что-то они мне не заходят. Ну ладно, давайте тогда покупаем. 2000, фиг с ним. Мы не обеднеем от них, правильно? Так, ну и вроде бы как все. Переходим дальше в карьеру и на нашего босса. Ночное шоу «Побей босса». Ну что, народ, пожелайте мне удачи. Сейчас попробуем затащить это все дело. Ну, босс, держись. Так, как же тебя тут зовут? Прошлый у нас был Эль Нитродор. А этот кто у нас? Ночной фристайл. Так, испугался, псина? Можешь бежать к мамочке. Нитродавк. Или Девк. Как-то так его зовут. Сейчас посмотрим. Я сейчас натянем по полной программе. Арена, как с боссом тягался в прошлой серии. Ой-ой-ой, как хорошо. Спинку я отремонтировал. Сейчас мы его натянем. Вот арена, кстати, похожа там, где мы соревновались Эль Нитродор. Это опять, блин. Хотя трюк классный я сделал, да? Вот именно так выгнулся возле руля. Очень классно. Трюки, конечно, вообще здесь просто обалденно сделали. Раз, два. Смотрите, какие вот. Ух ты, видали? Короче, это самое. Ножками держал, короче, руль мотоцикла. Офигенно просто. Давай. Гляньте, вообще очень крутяжно. Вообще трюки сделаны. Реализовано просто на высшем уровне. Очень суперово. Игруха действительно стоящая. Поэтому, народ, кто любит именно такие гонки на мотоциклах с трюками, со своими делами, короче, смело покупайте в Стиме. Садира одобряет. Вы сами видите, насколько все вообще офигенно сделано. Даже не заметил, как я вообще и прошел. А сколько я там вообще хоть очков заработал за эту гонку? Вот мне просто даже интересно. Ночное шоу и кредо 6473. Ну, почти 6500 кредитов. Завершено. Вау, ничего себе, 6x комбо трюков. Еще даже одно испытание с вами сделал. Ничего себе. Офигенно. Ну, вообще, знаете, вот очень атмосферно так реализовано, когда ты побеждаешь и такой стоишь, короче, там руками машешь, там типа, алло, публика, привет, аплодируйте мне, там, победителю. Так, ящик снаряжения у нас. И что здесь у нас такое, что нам завезли? Вау, смотрите, у нас кредитов 15 тысяч, мотоцикл у нас, бист какой-то новый и три трюка новых, плюс цвет нитро мы еще можем поменять. Ничего себе, да это вообще жесть. Розовый цвет нитро мы можем себе. Так, бист 20 тысяч. Да что на него смотреть, давайте покупать его что ли. Этот самый, все остальные. Ну да, тут смотрю по скорости, какие мотоциклы лучше. Ну 20 тысяч, максимальная скорость у него большая, у этого мацака. Покупаем в любом случае. В следующей гонке будем на нем гонять. Ну, на следующем прохождении. Так, еще у нас, смотрите, доступен апгрейд. Апгрейд стоит 13 тысяч. Давайте. О, еще мощнее стало. Еще один апгрейд 25 тысяч, а у нас всего 29. Покупаем. Уже качать, так качать его по полной, правильно? Улучшить бис до уровня 3 за 25 тысяч. Yes, of course. Так, друзья, вот это вот уже мне нравится. Мотоциклы мы прокачали с вами. Хотя теперь мы, денег у нас не очень так много.
И вот у нас открылся новый участок Сент что-то Вандерленд. Короче, как-то так это все называется. Но все это мы с вами уже будем проходить в следующей части. Поэтому, друзья, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. Ну и прокомментируйте видео, что вы вообще думаете по этой игре. Знали ли о ней, нравится, не нравится. В общем, хотелось бы узнать ваше мнение. С вами был Саб-Зиро, и до следующих видео. Пока!